Девчоночки, ну вот все, наконец-таки мы накрыли на стол. Я не могу, я такая голодная, я с утра только выпила один коктейль. Значит, вот они все роллы. 1845 отдали. Здесь не дешевле, несмотря на то, что это поселок, здесь меньше доходы у людей. Стоят не дешевле все вот эти вот прелести, все эти вкусности. Так что, ну как-то так. Вот, тут всякие разные. Ну по начинке я смотрю, вроде бы нормальные. Вот я не знаю, как по вкусу, вот видите. Очень так нормально, прилично начинки. Сейчас мы еще какой-нибудь возьмем с вами. Ну вот, например, что-то сыра дофига, а как-то рыбных очень мало. Вот, например, ну, начинка есть. Начинка есть, ее предостаточно. Я себе еще вот таких вот заказала. Спайси они должны быть. Тут немножечко перетурбация у нас произошла. Да, еще у нас вот эти, вот этот Никитос себе заказал. Вот запеченные вот такие вот мы у него возьмем. Попробуем. И вот такие вот он заказал. Кладут они еще туда же палочек. Вот видите, сколько много. То есть это на великое количество людей, а мы будем все это есть четвером. Никитос уехал, ему там по работе надо, его вызвали. Работает у нас человек. Обязательно, ну, кстати, положили они соевого соуса. Причем соевого соуса нам дофига, да? Mm-hmm. Где он весь? Ты убрала его? Зачем? Вот а, он. Вот он? Вот. Четыре штуки. Вот. Две, три штуки. Имбиря они в каждую натусовали. Но это похоже, знаете, какой-нибудь очень-очень дешевый имбирь. Я, наверное, вскрою, буду есть вот этот вот, который я купила в... Он поприличнее как-то выглядит, даже по цвету, посмотрите. Скорее всего, имбирь вот этот они закупают где-нибудь в светофоре. Вот. И на всякий случай мы взяли соевый, если вдруг нам соевого не хватит, я всегда беру. И у нас еще творожный сырок. Вот такой творожный сырок. Тоже стоял, смотрю, в холодильнике. Не стала я брать себе, так как он у нас есть. Все, приятного аппетита нам. Сейчас мы будем кушать. А, девчонки, те, конечно, которые никогда не ели роллы, ну, в такие более-менее приличные, тем пойдет. И даже технология производства здесь не соблюдается, потому что вот эту вот рыбу, я сейчас отдельную рыбу, у меня руки такие, правда, грязноватые. Вот эту вот рыбу отдельно я попробовала, она соленая, рыба должна быть свежая. То есть вот этот лосось, который здесь лежит, он соленый. Вот этот вот лосось, он должен был быть весь в спайси-соусе. А спайси-соус где-то там я внутри его расковыряла, он вот чуть-чуть лежит там таким тонюсеньким слоем, даже где-то просвечивается вон рис. А когда делают вот такие вот штучки, они все должны быть в спайси-соусе. То есть сначала рыба перемешивается, рыба свежая со спайси, либо сверху вот так вот поливается этот спайси-соус. Они что вот с этими сделаны, это что у нас, креветками, что мидии, вот это вот я не поняла, какая рыба, но она тоже соленая. И вот это вот угорь, он тоже соленый. Но угорь сам по себе, он маринованный должен быть. Вот, но вот эта вот рыба должна быть свежая, она соленая здесь использована. Ну, короче, на безрыбье и рак рыба, вот, но те, которые вот, ну, я просто есть с чем сравнить, конечно же, по деньгам получается то же самое, а по вкусу в Саратове намного лучше делают. Они, знаете, вот когда свежие роллы нюхаешь, они вот прям такие вот, ну, сладостью пахнет, какой-то рыба сладостью пахнет. Здесь вот я даже кусочком рыбы вот эту вот попробовала, просто вот так вот взяла, ну, на вкус, насколько свежая сама рыба. Она не свежая, у нее прям запах не свежести. Какая-то вот не свежая, даже как с какой-то кислинкой рыба. Заедает роллы? Сидит, а я сейчас разгребаю, девчонки, пакеты. Пакеты, заказы, вот такой вот мешок огромный. Он показывал я вам. Никитос его тащил. Сейчас я его потихонечку разбираю. И даже вложили, не посмотрите, пакетики. Они всегда в каждый заказ вкладывают вот такие вот пакетики. Представляете? Такие яркие, хорошие они. Вот, постельное белье. Посмотрите, какое шикарное. Это я родителям заказала. Классное. В таком, знаете, как... кантри стиле сделано. Очень красивое. Большой размер, да, мам, ты взяла? Ну да, помнишь? Ты заказывала большой. Я какой положили, не знаю. Какой заказывала, такой положили. Какой ты брала? Это, как его, евро. Евро? Евро. Ой. Должны, да. Сатин. Это сатин двухспальный с европростыней. Такой мы заказывали? Да. Большой, большого размера. Да, да. Красивый. Посмотрите, какой красивый. Вообще офигенный.
такая красота. Ну, тут много всего. Я, естественно, отдельное видео буду снимать. Мы сейчас... О! Это игрушка антистресс. Подушка-игрушка. Ты тоже заказывал, что ли? Антистресс. Антистрессовая подушка. И шарики туда. Машину я кину. Свою пусть будет. Ну, ты заказывала, да? Или они прислали? Я надо посмотреть, что я заказывала список. Это я маме платье брала. Платье очень-очень красивое. Прям шикарное. Девчонки как раз в таком морском стиле. Для... это 44 размера. Это мне. Туника. Туника. Женская. Смотрите, какой красивый мятный цвет. А потом, это я все на себе буду показывать, это платье 42 размера, он, знаете, такой вот, как бы болотный немножко оттенок, я такие не ношу, но для разнообразия можно, иногда заказываю, 42-го туничку, посмотрите, какого ярко-розового цвета, может быть, сейчас мама что-нибудь оденет и покажется, мне очень понравились у них вот эти вот комбинезончики, я заказала 44-го и 42-го размера, чтобы посмотреть по размерности, какой мне лучше подойдет, какой мне больше подойдет, ну, тут еще много всего, разные футболки, платья, сорочки. Ну, в основном здесь вот, посмотрите. Офигеть. Все будем разбирать, я вам потом буду показывать. Ну, может быть, мама сейчас что-нибудь оденет. И, ну, так вот, мы для, скажем, для чего, мам? Ну, просто показать. Ну, давай, примерно. Что-нибудь. Где мои? Примерка идет полным ходом. Единственное, мы этот костюм, так как не было в наличии 54-го, нам пришлось заказать... Мам, да пусть лежит. Нам пришлось заказать 52-й. Он, конечно, маму обтягивает, но за счет того, что прям впритык. Ну, ты не опускай, ты все время опускаешь кофту вниз, тянешь вниз. Приподними ее немножко. Зачем она так вот? Ты ее всегда вот так вот тянешь кофту вниз, не тяни никогда кофту вниз. Она захотела с капюшоном, хотела с капюшоном костюм. Вот, он, несмотря на то, что ей прям впритык, но за счет того, что он темного цвета, вот не особо складочки не видны. Ну, еще, знаете, имеет свойство трикотаж, когда хочешь растягиваться потихоньку, поэтому я не думаю, что он вот, не по швам. Самое главное, не по швам, и уже хорошо. А вообще так симпатично смотрится. Она хотела именно с капюшоном. Пройдись вон туда. Туда. Не, вообще так хорошо. Мне кажется, он даже тебя странит, что ли. Странит. Дай? Мне кажется, странит и молодит как-то. Да. Дай? Есть такое, мать? Ты какая-то помолодевшая мне, мать. Мама, останем так вот для заставки. Повернись ко мне. Повернись ко мне. Нет, ты прям так нормально повернись ко мне, да. И вот так вот. Не, костюмчик классный, конечно. Офигенно. Короче, мне понравился костюмчик, хорошенький. Вот 52-й размер. 52-й. Ну, пару раз постираешь, он опять вытянется. Ну, да, наверное, как, 100%-ные... Как и эти, 54-й ты мне купил, и 56-й. Они растянулись и балахонами вот так стали. Вот с того сайта, с которого я заказываю, там очень мало размеров именно моих, 42-44. А вот на женщин покрупнее, 46-48, там очень много хороших костюмчиков, одежды и всего-всего. Я, конечно, отдельное видео вам сниму всего того, что мы заказали, потому что у нас вот тут и вот еще тут куча всего лежит красивого. Мы все это будем распаковывать, перемеривать. Вот, а пока вот так. Не, правда прикольно. Напишите, как вам. Мне прям что-то так понравилось. Да, она какая-то молодуха стала, батя. Даже батя понравилось. На что у нас батя не особо это... Туда можно идти, у нас там все нормально. Но он не особо у нас любитель там. Комплименты делать. Комплименты делать, да. А тут даже ему костюм понравился. Сейчас съезжает он прям тебя, мам. И цвет твой, между прочим. Классно. И как-то странит. Ну, реально странит. То ли за счет того, что на размер меньше и все обтянуло. Ты хоть дышишь? Настя, мне свободно он. Дай. Ты прям мне говоришь, ты так делаешь, как будто я вот бочка вот такая вот. Нормальная, хлебная женщина. Неправда, как-то свежая.
Миру питанная, миру воспитанная. По правде, скажи же, как ты ее освежает. Она прям как девчонка какая. Минус 20 лет. Мам, не тяни ты вниз. А возьми ты вообще, вот так вот руки вверх подними. Вот, опусти. Не тянется, да, за верхом? Ну все.